Всем привет! Вы на канале Открывка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мой новый друг. Второй сезон». И это уже второй сезон сериала, который вы знаете «Мой новый друг». Давайте начинать. После того, как принцесса Лили Блоссом подружилась с одним драконом, прошло ровно год. Много что изменилось. Злой злодей, он очень на меня похож. Он исчез вместе с драконами. И из-за того, что теперь этот злодей может повелевать драконами, нашему городу и всем пони грозит опасность. Поэтому мы воюем с драконами. Теперь каждому, кто есть в городе, запрещено вообще общаться с драконами, подходить к ним. И драконы стали на нас нападать. Все стали злыми. Но этот профессор, который хотел всех драконов уничтожить тоже, он пропал. И драконы просто стали на нас нападать. И профессор тут не виновен, оказывается. Драконы просто на нас напали из-за того, что мы приручили одного из них. Точнее, принцессы. Тот дракон, которого она приручила, больше ее не любит. Они не друзья. Он такой же злой, как и все они. Поэтому жизнь изменилась у нас. И теперь нельзя дружить с драконами, а надо воевать. К сожалению, такие правила. Хотя мне они кажутся неправильными. Но что же делать? Ой, здравствуйте, мисс Рарити. Здрасте. Ой, Радуга, точнее, извините. Да, это моя мама, мисс Рарити. Да, вы просто уже выросли и на нее похожи. Благодарю. А хотите тортик, кексики, яблочки? Можно мне кексики? А такой торт если на день рождения. Закажу. Хорошо. Так. Сколько с меня? С вас 100 рублей. Держите. Спасибо. Можете вот тут за столиком присесть. Хорошо. Отсюда сяду. Какие вкусные кексики. Что это за звук? Ладно. Дракон, нападайте на него. Не надо. Вы убили этого дракона? Я его только отпугнула, потому что нам с драконами нельзя мирно жить. Вы знаете это. А это что? Что у вас там? Да кексы вкусные, говорю. А, ну, едите-ка. Если что, я вам их еще дам. Да, спасибо. Спасибо. Так, столько. Это же яйцо дракона. Что же мне сделать с этим яйцом? Так, я уже взрослый, я должна доказать, что я не любимец драконов. Я его отнесу и отдам полиции. И они разберутся с этим яйцом сами. Не надо нам, чтобы тут драконы шастали еще. А? Оно вылупляется, надо быстрее за кусты. Ой, оно вылупляется. Мамочки, что делать, что делать? Так, надо достать мое оружие. Блин, он меня убьет, ненавижу драконов. Фу, ненавижу. Надо спрятаться. Ой, плохо спряталась. О, нет, оно вылупляется. Хорошо, что я спряталась и достала оружие. Ой. Упс.
это надо взять. Так. Не подходи ко мне, не подходи. Мамоньки! Ой, не подходи ко мне. Помогите! Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!